Филиал Сеульского технического высшего учебного заведения откроется на базе Кызылординского университета имени Коркыт-Ата. Планируется, что сотрудничество с Южной Кореей этим не ограничится. О том, как будут реформировать высшее образование в стране и регионе, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Первый визит министра науки и высшего образования Саясата Нурбека в Кызылординскую область начался со встречи с жителями. Люди пожаловались министру на низкий уровень знаний выпускников вузов и качество учебного процесса. Эта проблема актуальна по всему Казахстану. Бывает, что расписание неправильное. Думали, почему? Оказывается, очень много ненужных дисциплин. Мы что, из агрономов хотим готовить политологов? Министр Саясат Нурбек заверил, что будут предприняты меры для повышения уровня образования во всех учебных заведениях страны. Он подчеркнул важность сотрудничества с зарубежными университетами. На сегодня в Кызылорде функционируют 3 высших учебных заведения. Один из них государственный. Уже в наступающем году в Кызылординском университете имени Коркыт-Ата откроется филиал Сеульского университета. Кроме этого, мы готовы сотрудничать с международными сельскохозяйственными университетами. Стоит отметить, что в этом году университету имени Коркыт-Ата исполняется 85 лет. Кызылординский вуз вошел в рейтинг QS азиатских вузов. Всего в нем обучается свыше 9000 студентов. Преподают более 500 педагогов и профессоров. Министр поздравил всех с юбилеем и наградил ветеранов, внесших немалый вклад в развитие образования страны. Жанна Расылханова, Абай Нуржанова, Информбюро, Кызылорда.